Приехал, ребята, в такое красивое место. А почему я сюда приехал? Потому что неделю назад я здесь забыл пин. Прошла уже целая неделя. Я надеюсь, что пин еще остался. Но одно плохо, что шли дожди. Почти 4 дня лили дожди, хорошие дожди. И посмотрим, как их выдержит китайский пин. Главное его найти. Вот он, друзья, лежит, дорогой. Уже весь он в иголках. Весь грязный. Бедный пин. Офигеть. Он работает. Да. Он работает, ребята, блин. Смотрите, в какой он грязи. Офигеть. Вот вам и китайский G-Pointer. Как говорится, прошел проверку боем. Отлежал неделю в сырой погоде, под дождем. 4 дня его заливало дождем. Вот такая вот, как говорится, китайская штукенция. Даже уже наклейка отклеиваться стала. Да, повезло, что я его нашел. И повезло, что он работает. После того, как нашел свой пин, решили заехать в одно интересное место рядом. И ходим по лесу. У меня выпадает первый хороший четкий сигнал. И выпадает вот такая вот интересная пуговка. И что очень обрадовало, что пуговка целая. Ушко все. Сигнал был на апексе четкий, 77. В лесу не хочет фокусировать, еще темновато. Вот такая вот пуговка интересная, друзья. Я еще не знаю, что это за она. Если вы знаете, подсказывайте в комментариях. Буду очень рад. Ищем дальше.